Всем привет! Вы на канале Апнея Горький, с вами Александр Быков. И сегодня мы с вами посмотрим рекордный нырок Алексея Молчанова по нырянию на задержке дыхания под лед, который Алексей совершил на Байкале совсем недавно, 3 марта 2024 года. В эти дни на Байкале, недалеко от Ольхона, проходили соревнования по фридайвингу, и Алексей принял в них участие, с тем, чтобы установить новый рекорд по нырянию в глубину на задержке дыхания под лед в моноласте. По нашим данным, никто глубже в мире под лед еще не нырял, и Алексей будет первый, кто покорит эту глубину. Итак, у Алексея идут последние приготовления. Заходит в воду. Кто воды подольет? Алексей при нырянии в холодной воде не разминается в воде. Вся настройка у него происходит, скажем так, ментально, без пробных погружений. И вот мы с вами видим, что заботливый сейфити подливает ему под гидрокостюм, в уши, теплую воду, чтобы продувка проходила хорошо и неопрен гидрокостюма не прилипал к ушной раковине. И вы тоже не забывайте так делать. До нырка остается совсем немного времени. 5, 4, Алексей, 3, как 2, всегда, расслаблен. 1, топ, несмотря 1, на холодную 2, воду. 3, температура 4, воды здесь была 5, в районе 2-3 градусов. 7, Начинает 8, упаковку. 9, 10. Алексей, как правило, упаковывается в несколько этапов. Тут мы тоже это видели. Плюс 20. Переворачивается, расслабляется и спокойно заныривает. Ну и несмотря на то, что движения очень плавные и размеренные, они при этом и эффективные. Очень быстро уходит под воду. Вижу атлета! На этих соревнованиях у нас с вами нету видеокамеры, которая сопровождает спортсмена, дайвая. 25 метров! Контроль глубины спортсмена происходит посредством сонара, который находится перед глазами у главного судьи соревнований. 40 метров! И если вдруг со спортсменом что-то пойдет не так, это будет визуально видно, и тогда страхующие сбросят контрбалласт. 50 метров! И трос, к которому пристегнут Алексей, быстро доставит его на поверхность. Но надеемся, ничего подобного не случится. Дайв-тайм минута, 60 метров. Мы видим с вами видео с донной камеры на глубине 90 метров. 75 и прошел. Мы видим, как вот эта точка, это Алексей, приближается к глубине 90 метров. 85. Тачдаун. Алексей разворот, спокойно доныривает до этой глубины, срывает тег и начинает свое возвращение 80 назад. Метров. Движения плавные, размеренные. И как вы видите, прекрасная прозрачность воды. Видно буквально больше 30 метров. И это даже на камере. А вживую видно еще больше. Приближается к 60. Дайв-тайм 2 минуты. Алексей продолжает свое всплытие. Чуть замедлился, 50 метров. Волнительный момент. Вижу первого страхующего. Сейчас встретится. Глубина примерно 30 метров. Первый страхующий встретил. 30 метров. Второй страхующий встретил. И вот мы уже видим Алексея на подводной камере. Дай тайм 3 минуты. Страхующие. И сопровождают его на всплытии.
Дайвер инсайд. Всплытие. Алексей выныривает. Держится за трос. У него в руке тег. Как подтверждение того, что он достиг заданной глубины. Показывает знак ОК. И мы ждем решения главного судьи. Алексей Молчанов, 90 метров, белая карточка. И поздравляем Алексея с новым рекордом по нырянию под лед. Алексей, мы тобой гордимся и очень счастливы, что наш соотечественник, самый глубокий человек планеты и ныряет всех-всех глубже. Это круто. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы быть в курсе всех подводных новостей.